Но об этом потом поподробнее. Леша, тебе этот батл в самый раз. Покойнику ведь нужно надгробие. Кондра тут вы, братишка, братуля. Он в курсе, как ты разложил его невесту на пляже Катюлю? Что, блядь, что? Что, блядь, что? Я бы с удовольствием, что? Что? Скажи, скажи, Алёша. Не слышно. Ну, как же так? Как парень хороший оказался мудак. Ты мастер начесывать нам о реальных делах, блядь. My homie. Ты белый, блядь. Это чепушило нам служит хорошим уроком. Как за хайп и за кэш можно раздвинуть булки по случаю. У тебя был охуенный альбом «Город дорог». Но никто, блядь, поколений не слушает. Раунд. Чунхуа ренмин гунхэгуо де нюньшэмэн сэньшэмэн нимэн хао. Во сэнзай со чунгохуа де нимэн сэнзай сэма до буминбай. Забыл, они в Китае. Поехали. И если я буду троить, а я буду троить, вы сильно не ругайте засранца. К этому событию я готовился исключительно из соображений, как бы поменьше заикаться. И если вдруг мне станет тут хуёво, как Кермаку, я в обморок упаду, а я это могу. Вы тоже сильно... Вы тоже сильно на меня не ругайтесь. Ну, как обычно, короче, да? Я такой плохой. Я такой плохой. Лёш, кстати, воровать чужие панчи нехорошо. Иди, в жопу, блядь. Это звучит как приглашение, малыш. Короче, ладно, короче. Вы все шарите здесь. Скажите, а можно Алексея крысой назвать, если он воровал бабки у тёлки своей, у которой он жил, на которой, блядь, он чуть не женился? Таци, 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 таци. Таци вспомнил, да? Я хуёвый отец. Воспитание дочки на расстоянии. У Лёши вот есть сын. Сами. Охуенный малец. Но есть ещё один сын, вы об этом все просто не знали. Реально? Реально. Блядь! Я ухожу, блядь! Я его сын! Блядь, это пиздец, ребят! Я сам охуел! Налей мне виски! С молоком! Да похуй! С кулаком! Ведь это тайна, прокрытая мраком. Но я не буду называть... Ты откуда знаешь, блядь? Но я не буду называть имен, дабы в Москве это не закончилось дракой, которая не вывезет это вот чмо, которого я называю собакой. Блядь, ты такой мерзкий тип. Отец годами гнильем все больше воняет. Слышь, уебок, ты хоть раз позвонил? Ты имя старшего сына-то знаешь? Ну ладно, не будем углубляться в семейное древо Долматовых. Да, заноси. Че ты ржешь? Да это пиздец. Здесь есть, здесь есть баста. Ну что бы ты ни делал, ты всегда выглядишь дешево. Абсолютная никчемность, ты конченая бездарность. Мне Бог тебя послал, чтобы жизнь медом мне не казалась. Но хотя бы в этом я остался себе верен, и я никак не проебу ты, даже если понесу потери. Тем более, кто тебе писал все эти твои панчи? Топор, шок, басота, блядь, желаю удачи. Кстати, где этот твой сынок внебрачный? Он сегодня с тобой или нет? А, сюда не пустили этого мальчика, ему же до конца его дней будет 14 лет. Скажи, хули ты на мне зациклился? Неужели ты до сих пор не понимаешь, то, что я с тобой не буду и придется с этим свыкнуться? Не, ну правда, а? И ни одна из моих бывших телок так по мне не страдала. Они, конечно, скучали, но не так сильно. Это наше последнее свидание, и больше не беси меня. Ты
И ты смотришь из окна на поезда и вспоминаешь, наверное, такой свой путь к успеху. Бля, ну если честно, лучше бы ты остался там. Если, конечно, сам помнишь, откуда приехал. Вы у него спросите, кто он по нации. Я вангую, знаете, что он вам ответит? Он скажет, что там кровей намешано, не ебаться. На каких именно кровей? Ответа так он не последует. Чтобы на всю страну вызвать и хуесосить близкого друга. Хуй с ним, согласен, пускай и бывшего. Но я до последнего думал, что ты лишнего тут не наговоришь. И вот реально, Версус, вы уж меня извините, но, видимо, потому что я так воспитан, я не могу так кому-то подойти и в лицо заявить, блядь, да пошел ты нахуй, пидор. И... Ну, и вообще мне уже стыдно за то, что я... Бля, тебе общество заик, бля, не общество попали. Защиты заик развалит, нахуй. Давай, заводись. Хотя я помню, тебя и в районе разводили как жижу. На деньги, на став, ты разводил телок на бабки под фишку. Поясню всем, кто тут есть. Как говорит Латвала, фишка — это язык, блядь. Фишка — это не шишка. Я удивлен, как про тебя там сказал Слив. Но судя по итогу, что я вижу, у тебя там вставные все зубы, блядь, нет еще 40. Нет личной жизни, пустые залы, а это факт. У тебя они вообще есть, блядь? Есть, поверь мне. Поверь мне, да. Да, есть. Тебя сам Аллах покарал. Вернемся с табачки по имени Гуфи. Я прям вижу сейчас заголовки после этого в интернетах. Леша Долматов, блядь, а.к.а. Леша Панин. По-моему, все понимают, к чему я веду. Пойду, блядь, уебок, для тебя собачку найду. Он дал свой хуй лизать собаке. Читайте, да, собаки на клык. Чего ты, уебок, паник? Ты хотел все по фактам. По фактам ты религиозная шлюха, пиздобол, двуличный уебок, моральный урод, зоофил. Появились реальные проблемы сердца. Бля, ебаный. Закройте рты, пожалуйста, ребят. Дайте тишины, пожалуйста. Появились реальные проблемы сердцу. Ебаный рот. Брат, ты пользуешься по истории болезни, пройдись и все. Не влипни, брат. Ну, наверное, ждали супербатл. И вы, наверное, все тут ждали супербатл. А сейчас у меня вопрос к тебе, Василий Михайлович. Да ебаный. Разъебать! Вот ты скажи, что ты сюда приперся? Тебе что, без нас хайпа мало? Или сегодня нету выступления в Кремлевском? И меня же для тебя вообще не существует. А птаху ты всю дорогу ненавидел. Но сегодня ты с важным видом стоишь тут в судьях и не поленился привезти свою задницу в Питер. Я сомневаюсь, что ресторан заплатил тебе бабло. Ты сам с удовольствием сюда приехал. И ты приехал сюда просто торгануть еблом, чтобы никто не забывал, что ты в натуре рэпер. Вот, правильно. Вот это по делу. У тебя же скоро 3 подряд концерта в Ледовом. У тебя в Москве остались твои голос дети. У тебя же все пиздец, как здорово. Но сегодня ты стоишь и занимаешься вот этим. А сейчас...